Сегодня был дождь, а 100 лет назад люди в это время катались по рекам и каналам. Зато сегодня есть искусственные катки, на которые можно прийти в любое время. Здравствуйте. Здравствуйте. Подберите, пожалуйста, мне коньки. А вот какой размер у вас? 35-й. Если слишком сильно затянуть здесь, тебе будет больно, неудобно, и ты можешь повредить ножку. Главное, чтобы у тебя нога не болталась. Так хорошо. Ну, отлично. Коньки произошли от слова «конь», потому что раньше вместо лезвий были деревянные дощечки с лошадиными головами на концах. Когда катки появились в Петербурге? Катки появились с Петром Первым, он привез их из Голландии, эту традицию. Искусственные катки появились примерно в середине 19 века. До этого все катались на замерзших реках, прудах, озерах. А на искусственных катках, конечно, его планомерно заливают. Он получается ровный, гладкий. Первый общественный каток в Петербурге открыли в Юсуповском саду во второй половине 19 века. Там было так же весело, и как сейчас играла музыка. Поехали! Как лед сохраняется в дождь? Внизу стоят морозильные камеры, которые замораживают каток, и поэтому водичка тает, и лед остается льдом. Его чистит машина на самом деле. Маленькие капельки застывают, они создают такую шершавую поверхность льда. И в машине есть специальные лезвия, которые срезают верхний слой. В плюсовую температуру можно кататься до плюс 10 градусов. У нас на катке есть замечательные пингвины, медведи и моржи. Для того, чтобы те, кто не умеет кататься, могли уверенно стоять и держаться за наших животных, потому что они очень тяжелые, и с помощью них очень просто научиться ездить. Покатались на катке под открытым небом и в плюсовую температуру Соня Растамиль и София Рублева.